ты, если бы был на моем месте, кого бы выбрал из шестерых? Я выбрал бы Тали. Тали. Хорошо, мы запомним. Мы Тали передадим, когда она выступит. Кто наступает? Я хочу делать. Ну, мы чекаем имя третьей дитини. Мне кажется, сейчас будет Таля. Просто я хочу, чтобы вы увидели еще одного парня. Кирилл! Очень, очень тонкого тоже, удивительного парня. Это Кирилл Черпита. Успехов. Давай. У него какой-то слабкий характер. Ну, как будто, я не знаю, яичница. Кирилл Черпита продовжує шлях на проекті. Профнепригодність це називається. Якщо чесно, я в шокі, що про мене говорить Ваня. Я думаю, Кирилл достоин фіналу. Волнуєшся? Я волнуюсь за голос. Когда происходит мутация в голосе, в любой момент можно выпустить петуха. Я не знаю, что делать с моим голосом, он меня не слушается, не контролируется. Вот это риск очень большой. Зустречайте Кирилла Черпита, Буча. Как бы это ни было рискованно, я обязан выйти и спеть. Мам таке відчуття, що я останній піду. Цілу пісню чекав, щоб Кирил десь зробив якусь помилку. Кирило Черпіта! Молодець. Молодець. Мені дуже понравилось, Кирил. Я поклонник таких тембров. Несмотря на ломку в вашем голосе, которую я помню, которая вам мешает, все мешает, вокально вы, наоборот, звучите как-то даже интереснее. И вот эта ломка, она как раз дает такой классный окрас. Вот особенно в куплетах. Красиво вы спели. Спасибо, спасибо вам. Ему тяжело было брать немного низкие ноты. И вообще в твоем положении вообще выступить так, это потрясающе. Ты умница. Браво. Превратить недостаток в достоинство и сделать из сипящего голоса правильную хрипотцу, настоящую, ты из мальчика пришедшего мужчину. Сейчас главное только не сорвать себе голос. Я тебе хочу сказать, что ты потрясающий, ты очень артистичный, ты пропускаешь песню сквозь себя. Она живет вместе с тобой.
Ты и есть песня. Спасибо тебе большое. Это было очень... Спасибо вам огромное. Садись. Кресло свое заслужено. Я спорюсь. Молодец. 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 Скажи, пожалуйста, за кулисами, вот всем очень интересно, сдружились ли вы? Говорят, что наша команда почему-то самая грустная. Не, ну, необщительная. А так не скажешь по вам, ребята. Языки не закрываются. Нет. На самом деле, правда, говорят, что мы самая недружная команда из всех трех. Плохо общаемся. Ну, ты за себя говоришь. Блин. Давайте будем называть это самая глубокая команда. Мне нравится такое определение. Взрослая. Кто был для вас зараз найкращий? Танька. Мне тоже кажется, что Таня. Спонсор показу – компания «Нова будова». Щасливі люди живуть в ЖК «Щасливий».